Всем большой привет! Сегодня буду готовить закуску интересную из баклажанов с грецкими орехами, брынзой. И будем это все дело запекать в духовочке. Сейчас все увидите. Нам понадобится, кроме самих баклажанов, орехов, брынзы, понадобится еще соль, немножко масла оливкового и зубочистки. Рецепт взят из книги «Едим дома круглый год». Автором является Юлия Высоцкая. Юлечка, по твоему рецепту готовим. Так что поехали. Первым делом берем баклажан, разрезаем его вдоль пополам и нарезаем вот такими вот тоненькими пластами. Как у вас получится, нож поострее взяли и вперед. Теперь баклажанчики посолим и оставим их на 10-15 минут, чтобы они отдали горечь. Затем обжариваем наши баклажаны с двух сторон на сковороде до золотистого такого цвета. Далее включаем духовку, чтобы она прогревалась до 200 градусов. Нарезаем тоненько наш сыр. У меня брынза, как вы видели. Можно использовать для этого, для этой закуски любой сыр, какой вы предпочитаете. И вот так вот мы выкладываем на баклажанчик кусочек сыра. Орехи грецкие мы уже перед этим ножичком измельчили. Вот так вот посыпаем его хорошенько. Сворачиваем в рулетик такой. Свернули. И попытайтесь его закрепить зубочисткой. У меня не всегда получается, но как-то получается. Вот такие вот какие-то рулетики у вас должны все-таки получиться. Вот так вот. Взяли, посыпали орешком. Свернули. И зубочисточкой закрепили. Вот так вот. Вот так. Духовка уже прогрелась до 200 градусов. Мы сложили на противень наши рулетики, слегка сбрызнули оливковым маслом донышко и отправляем туда на 3-4 минуты максимум. В итоге получилась тарелка вот такой вот вкуснейшей вещи. Всем рекомендую. Закуска очень сочная, ароматная такая. Очень вкусно передается сочетание сыра с орехом. И это все в оболочке баклажана сочного. Замечательно. Классный рецепт. Приготовьте. Вам понравится. Всем удачи. Пока.